Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и продолжаем с вами проходить Tower Conquest. Мы остановились с вами на роботах и сегодня продолжаем. Все-таки интересно, есть ли смысл менять замок или нету? Надо будет как-нибудь попробовать. Давайте проапаем своего великана до последней стадии. И продолжаем третий уровень. Так, у них здесь, смотрите, какой-то робот 15 уровня и боксер. Причем боксер проапанный. А у меня только один мечник проапанный. Ну что, давайте, наверное, заменим зомбаря. Я думаю, что он в этой потасовке, так сказать, будет лишним. А на кого его можно поменять-то, интересно, а? Кешу? Ну давайте попробуем с Кешей. Чем черт не шутит? Погнали. Да-да, я готов. Интересно, что это такое? Босс, в которого летит фаербол или что? Ладно, мы это все когда-нибудь увидим, рано или поздно. Продолжаем. Копим ману. Ману нам желательно копить как минимум 100-150. Даже 100, даже 200 надо будет. Так, мечник мой побежал, как обычно, в путь. Давайте следом Кешу, который будет его отхиливать. Ага, он отправляет на меня этих роботов поганых. Но Кеша пока отхиливает. Боксер там еще присоединился. О, а это что такое? Что это за лаза? Ага, вы смотрите, что делает. Типа наметил цели и бросает свою боеголовку там. Робот. Ну, если вы, конечно, успели увидеть его. Ну-ка, сдохни. А что такой слабенький урон-то мы наносим, а? Мечники, вы что, с утра не ели ничего, что ли? Вообще не бьете. Так, ага, смотрите, он прицеливается. Сейчас кучу бомбанет, да? Нет, 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 нет. Блин, Кеша, где Кеша? Лечи быстрее. Ай-яй-яй-яй, как все плохо. Фаербол. Замечательно. Да, вот этот вот с нацеливанием-то, конечно, хорошо придумано. Вот, опять начинает, опять выбирает цели и не успел. Сдох он. Хорошо, что мы успели его завалить. Так, ну что, замок мы практически разобрали, все, здесь у нас чистая победа. Замечательно. Даже нарадоваться не могу. Я победил! И у нас четвертый этап. Давайте заходим. Так, а это что у нас? Еще какой-то новый юнит, которого я раньше не видел. И этот робот, и боксер уже две звезды, проапанные по полной программе. Сейчас они мне тут устроят кузькину мать. Ладно, давайте не будем отчаиваться, а будем бороться изо всех сил. Че, мы слюнтяи, что ли? Пошел мечник. Следом Кешеньку. Кеша, Кеша, давай быстрее, давай. Так, теперь пилу. И опять мечника. Там вроде бы летающих нету, да? Я что-то не помню. Вроде нет. Ну, если, конечно, вот этот шар, который был, это не летающий юнит. Будем надеяться, что нет. Фаербол. Опять этот начинает бомбить. Тут по полной программе, а? Размахался. Даже Кеша не помог. Так, что? Что он делает? Так, я что-то не могу понять этого робота. Стреляет лазером, подтягивает и откидывает. Что-то в этом роде. Если честно сказать, то это какой-то бесполезный юнит. Вот этот точно, блин, притягивает, потом отталкивает. Смысл-то. Давай, великаша, устройка здесь погром всемирный. Ну, к сожалению, ты даже не успел ударить у меня. А мы проходим чисто и четко все. И остается у нас пятый заключительный уровень на базе роботов. А вот, кстати, и тот балбес, это получается босс, которого мы видели на картиночке. Ну, давай, прогружайся. Отлично. В принципе, все то же самое. Тактика у нас останется прежней. Мечник, Кеша, пила. Как же ты долго, Кеша, а? Пошел. Теперь пила. Ну, а дальше все по стандарту у нас. Давай, мечник. Так, ну Кеша пока справляется со своими обязанностями.
можно немножко и пожурить. Фаербольчик. Нет, не будем пока его употреблять, потому что мы тут сами справились своими силами. Вот здесь вот можно, наверное. Вот, на двоих. Натика. Забурлякал он там мне, а. Блин, лучник, куда ты так близко подошел? Стоял бы сзади, и все. Нет, лезет вечно. Нет, что-то мечники у меня тут вообще слабенькие какие-то. Никакого урона не наносят. Все, понял я. Он вытягивает дальников, то бишь, кто издалека стреляет, и отталкивает их, нанося им урон. Вот в чем суть этого робота. Ну, сейчас мой дяденька-великан фаербол устроит им здесь. И они познают, почем фунт лиха. Хотя, наверное, мы здесь и сами бы справились. Ну, раз вызвали, так вызвали. Давай. Опа-на! Вышел! Ё-моё, смотри! Но он, к сожалению, не успел... не успел ввязаться в бой. 15 уровень мы получаем. Кристаллы, деньги, энергию. Замечательно. Нет, не надо мне никакие социальные очки. Я как-нибудь и без этого обойдусь. А это что такое означает? Так, сквад-слот. Б. Ну и... И что поменялось? Не врублюсь. По-моему, все как было, так и осталось. Те же юниты. Только почему-то некоторые открыты, а некоторые закрыты. На каком основании? Ума не приложу. В чем загвоздка-то здесь? Кешу не могу выбрать. Зомбаря могу. Литуна могу. Могу бишопа взять. Ну, улитку эту. Что за бред-то? Это как... Непонятно для меня, если честно. Чем оно отличается от вот этой моей первой? А, Б. Может быть, это, как сказать, просто отряды подготовленные. Ну, например, один отряд для одного боя, другой для другого. Только такое предположение у меня больше. Я не знаю, что еще можно сказать по этому поводу. Ладно, прапали. Так, вот тебя еще забыли, да? А, замок же еще. И можно... Давайте попробуем, знаете, что сделать? Тренировку. Ну, одну энергию потратим. Но зато X3 юнит карт. Вот не понимаю, что это такое. Три карты нам дадут какого-то определенного этого или что? 3 часа 35 минут он будет у меня якобы тренироваться. Ну, для нас это не столь важно. И мы... Давайте приступим. А, у нас еще сундук. Ёлка, как я про него забыл-то. Что даст? Кешу, литуна и деньги. Ничего, в принципе, полезного не дал. Ага, здесь у нас, значит, рога будет. Вот рогу я как раз тоже не перевариваю, потому что он в инвиз уходит. И из-под тишка, насколько вы помните, своими мелкими корявыми ручонками будет деребанить моих юнитов. Особенно он любит лучников и хилеров. Вот смотрите, опа, в инвиз ушел, проходит. Куда пошел-то, урод? Блин, он уже мой замок бомбит. Да, не видать мне бонуса, как своих ушей. Ладно, хотя бы нам пройти бы этот уровень вообще. Давайте, наверное, фаерболом добьем. Нет, здесь надо будет однозначно поменять. Я думаю, Кеша здесь вообще не уместен. Вот, я посмотрел. Во-первых, он разбирается очень быстро. Ну и как бы нет здесь таких юнитов, где бы он пригодился. Блин, у меня всего лишь один мечник прапанный. Где взять остальные карточки? Я ума не приложу. Где-то их надо зарабатывать, выбивать, в конце концов. Ну что, поехали. Кто у нас здесь? Ага, людишечки мои родные. На-ка тебе пилой в морду, крестьянин. Ну, у меня вроде... Нет. Хотя сказать, мои юниты сильнее. Нифига подобного. Кеша, лечи. Опять этот инвизчик идет. Сейчас будет убивать моего хиллера. Опа, и разобрал его. С двух толчков. Так, монетка, иди сюда. Давайте фаерболом, чтобы расчистить. Проходит. И опять он моего хиллера валит, а?
Как он меня припарил уже, если честно. Даже мечника завалил. Да как так? Видать, критует хорошо. Что ж поделаешь. Опять, опять вон в инвизе. Ну-ка, сердечко. Вот, это другой разговор. Идите, валите свой замок сами. Помогайте, как говорится, мне сделать мое грязное черное дело. На тебе, выкусите фаербол. На крестьянина потратил, конечно, обидно. Обидно. Ну. Ха! Моя пила сейчас четенько сделала. Видели, да, сами? Он вышел из инвиза и просто на нее напоролся. На пилу, на циркулярку. Ну и тем самым действием он сдох. Все. Крестьяне, заткнитесь. Мы пришли уничтожать ваш замок. И мы его уже уничтожили. Все, ребята. Нас с победой. Карточки сюда. И мы проходим с вами на следующий уровень. Тут кто добавляется? Добавляется какой-то маг. Елки-палки, этого еще не хватало. Сейчас, наверное, начнется какие-нибудь фаерболы или ледянки. Ну, что-нибудь такое из магического. Сейчас посмотрим. Или это маг, или это хиллер. Одно из двух. Ну, мне почему-то склоняется к тому, что это маг. Так, вот он, инвизчик, выбежал, а? Ну, тут-то, конечно, вы вдвоем меня размажете. Понятное дело. Молодец, пила. Умница. Сработал на все 100%. Давайте лучников вызовем. Фаербол. Так, что там? Маг что-то не успел ничего сделать. Но явно что-то хотел кастануть. Видимо, молнию или что-то в этом роде. Инвиз. Вот это хорошо. Пила, кстати, когда видит этого рогу, уже... Давайте-ка возьмем это. Очень не... Да что я не могу выбрать? Очень неплохо... О, скорость. Мы проходим. Очень неплохо его гасит. То бишь, он хоть и бьет сильно, критует, но по жизням, по хпшкам он салага. И добавляется здесь еще какой-то непонятный. Вот это уже, по ходу дела, хиллер. И нам с ним придется столкнуться. Чувствую, будет жестко сейчас. Погнали копить ману. И по старой нашей схеме. Я вот только не знаю, давайте, наверное, пилу вызовем. Потому что он любит рогу вызывать первым. Ага, вот, вышло, красавица. Что делает? Так я и думал, это хиллер. Хилит юнитов, блин. Только этого мне не хватало. У меня, а у меня Кеша есть. Ну-ка, Кешенька, давай. Давай, родной, давай, подхиливай. Надо сносить. Вот так вот. Давайте еще Кешу одного. Заморозьтесь и замрите. Круто. Круто идем. И все, в принципе. Когда вот так вот подходишь вплотную к замку, у него практически никаких шансов уже нету. И это я уже ощутил на себе. Ну что, ребята, с очередной нас победой. Все-таки мы сделали все чисто, гладко. Ну, а на этом я буду заканчивать свое видео. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующей серии. Всем пока, ребятушки. Всем пока.